Друзья, я вас приветствую на канале «О сложном просто». Меня зовут Сергей. Сегодня я хочу анонсировать новую серию роликов о том, как собирать метрики с вашего приложения. В частности, мы будем говорить про платформе ASP.NET Core. Но я вас убеждаю, что, собственно говоря, OpenTelemetry – это открытый стандарт, который уже на самом деле поддерживает другие разработчики, в том числе Microsoft. Можно использовать и на других платформах, и это в далеком будущем или в долгосрочной перспективе, если хотите, даст вам полнейшее понимание того, что происходит у вас в коде, особенно если учесть, что некоторые, так сказать, продакшн контуры, они на самом деле не всегда доступны, а вот логика с них, логи с них, метрики с них очень удобно смотреть в определенных визуализациях. Более того, можно настроить различного рода алерты, так называемые уведомления о том, когда у вас какая-то метрика чего-то там превысила. В общем, в любом случае, управление своим проектом это сильно-сильно расширяет. Мало написать хорошее приложение, надо еще понимать, где что поломалось, в какой момент. Или даже если не поломалось, то какие нагрузки он выдерживает, чтобы принять больше пользователей или посетителей. В общем, обо всем этом мы немножечко поговорили сейчас. Немножко поговорим в следующих частях. Я вас призываю подписаться на канал. Напоминаю, что подписка дает какие-то привилегии. В общем, чем выше уровень подписки, тем больше привилегий. Ну и надо понимать, опять же, что вот это вот OpenTelemetry, на самом деле, очень полезная штука не только в части логирования и сбора метрик, но и по части управления проектом и, допустим, создания отчетов, ну, вашего вышестоящего руководства, если хотите. В общем, еще раз, подписывайтесь на канал, boostit to Колобонга, будем вместе создавать код, заниматься этими упражнениями. У меня на этом все, увидимся в следующем видео.